на двух главных площадях Якутска началась установка новогодних елок. Монтажом 23-метрового праздничного символа на площади Орджоникидзе занимаются 15 сотрудников горсвета. Напомним, главную городскую елку торжественно зажгут уже 1 декабря. В этот же день начнется фестиваль «Зима начинается с Якутии», на котором Чисхан передаст Деду Морозу символ холода. Работать приходится постоянно наверху. Постоянный контроль над этим делом. Очень ответственная работа в связи с холодом. И сама конструкция довольно так и трудоемкая. Неделю займет где-то по всем. Уже четвертый раз собираем ее.